Здравствуйте, дорогие друзья! Как всегда, у меня прямой эфир. Мы в рубрике «Вяжем вместе». Поэтому рада всех приветствовать, кто меня знает и кто меня не знает. Меня зовут Василянс Кристина Альбертовна. Я большим опытом работы по вязанию крючком. И не только вязание крючком. У меня вышивка бисером, вышивка крестиком, нитками мулины. Итак, мы с вами в прямом эфире. Я еще раз хочу вас поприветствовать, и мы начнем. Сегодня я вам покажу несколько корзинок. Я связала за тот год 8 корзинок. 5 корзиночек у меня продалось, и 3 у меня осталось. Я их буду распродавать. Первая корзиночка — это вот эта. Называется корзинка тюльпанов. Вот так вот она с донышком. Очень такая красивая для свадьбы, для сватовства. Эту корзиночку я продаю за 1000 рублей. Всего 1000 рублей. Связала я из ниток бисквит. Трикотажной пряжи. Здесь видите три вида оттенков. Три вида оттенков. Называется бамбук цвет, зелень и желтый. Очень такая эффектная корзинка. Ее использовать можно не только для свадьбов, но и своей любимой женщине, своей любимой девушке. Даже сестре, маме на подарок. Почему бы и нет? Это первая корзинка. Вторая корзиночка. Она у меня выглядит... Здравствуйте, 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 кто ко мне присоединяется. Вторая корзиночка — это вот так вот выглядит. Она бежевого, белого цвета. С донышком также деревянным. Все аккуратно сделано. Кто меня знает, у меня все качественные работы. Нету некачественных. Поэтому вот так вот выглядит. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Эту корзиночку я продаю за 500 рублей. Кому будет интересно, она также подходит для сватовства, для свадебного, прийти на сватовство к своей девушке, какие-то вещи сюда положить. И также можно просто купить ее для интерьера домашнего. Почему бы и нет? Вот, смотрите. Все качественно. Эту я распродаю ее за 500 рублей. Третья корзиночка, я говорю, связала 8, 5 продалось, и вот 3 у меня остались. Это тоже, называется тоже бамбук, только коричневом оттенке. Вот так вот выглядит. Здравствуйте. Эту корзиночку я тоже продаю за 500 рублей. Кому это интересно? Она не с донышком, она связанная тоже для интерьера, кому-нибудь на подарок, маме, не обязательно там любимой женщине, просто маме или сестре просто захотелось подарить, почему бы и нет. Эти три корзиночки я их распродаю. У меня их было 8, 5 у меня я сдаваю в магазин, я договорилась с магазином, 5 у меня продалось, и вот 3 у меня осталось. Я их решила распродать, потому что... Я решила новое что-то сделать. Будет что-то интересное. Так что вот так. Итак. Кому интересно, значит, еще я... Сейчас сниму крючок. Кто зацепился? Здесь у меня крючок. Моя кукла. Я делаю сейчас куколок. Это называется Оксаночка. Ну, я бы ее назвала Ксюшенька сегодня, потому что у нее юбочка из плюшеньки.
Видите, какая юбочка? Это вот еще третий слой, еще не додела. Довязываю. Здесь еще получается один ряд и второй пройти ряд. И тело будет готово. Ну и сверху здесь будет тоже рюшечки. Потом будет голова. Этот мастер-класс я буду делать платно. А на куклу Эмилию, которая у меня есть, уже стоит в моей ленте, то будет мастер-класс бесплатный, потому что там у меня первая кукла, и я решила сделать так, что это будет платная кукла, она будет недорогая по мастер-классу, рублей 350, скорее всего, не дороже. Я сейчас на куклу Эмилию пишу мастер-класс бесплатный, а на эту куклу я только экспериментирую. Как все получится, так тоже создам мастер-класс, но он будет уже платный. Очень будет эффектная куколка. Так, еще я хочу поблагодарить. Сегодня убирала у себя в своем шкафу и нашла вот такую коробочку. Я забыла очень поблагодарить своих любимых людей. Они мне, одно кафе мне сделало подарок, потому что я тоже люблю делать подарки. Я всегда считаю так, что лес, как ты относишься к людям, так и люди к тебе будут относиться. Это мелочи, когда я люблю вообще делать подарки. Очень-очень я люблю делать подарки. Просто так. И я сегодня, когда убирала, обнаружила вот такую вот шкатулочку у себя. Какое было мое удивление, когда я увидела в шкатулочке такие вот часы с браслетом. Да, спасибо, ювелирная работа. Вы имеете за корзиночки? Ну, я люблю вязать корзинки. Просто в том году я связала 8 корзинок за свой отпуск. И, ну, не сразу связала. Я их связала, получается, за 2 дня я вяжу эти корзиночки. Если какая-то корзинка вам понравилась, вы можете в любом другом цвете ее заказать. Если вам будет интересно, напишите мне, я вам цену скажу. А вот эти вот корзинки, я их распродаю. Одну большую зеленую за вот эту вот большую зелененькую, называется букет тюльпанов. Я ее распродаю за 1000 рублей. Она с донышком, она такая вот. Тоже для интерьера, кому-нибудь на подарок. Очень шикарно. Все любят корзины. Все любят корзины. Ну, просто эти корзины в этом магазине у меня не пошли. 5 продалось, а вот 3 осталось. Я их решила в этом году распродать. Вот эта корзинка за 500 рублей. Тоже такая оригинальная. Что-то сюда поставить. Также украсить свою комнату. Подарить маме. Просто подарить. И обязательно на день рождения. И на свадьбу. И вот такая вот корзиночка. Она без донышка, но у нее хорошая ручка. Здесь очень хорошая проволока, девочки. Она держится, разгинается, как вам нужно. Две было таких корзиночки. Вот одну продала. А вторую вот оставилась. Решила связать другие, а эти распродать. Еще возвращаюсь к этому подарочку своему, который мне подарила. Получается, это хозяин двух кафе, которые у меня находятся на Абрикосовой. Это хинкальное кафе, хинкальное. И где я работаю, на улице Северная, называется Северная 7. Я всегда люблю делать подарки. Ну, у меня это, наверное, в крови. Я не могу не делать подарки. Поэтому мне вот такой подарочек сделали. Екатерина. Такие вот часы. Они мне очень-очень понравились. Вот как смотрятся. Красивенькие. И вот такой вот на подушечке браслетик. Я не знаю, как они узнали, что я люблю вот
Но такие вещицы очень я люблю. Но они попали прямо в точку. Большое им спасибо. Всех, именно Северный 7, всех сотрудников, не только, ну, в лице директора, всем сотрудникам большой-большой привет. Всех люблю и обожаю. И также в Хинкальной, на Абрикосовой. Вот сегодня убирала и увидела эту коробочку. Думаю, как это я так? Ну, просто была загрузка очень большая. Кто меня знает, со мной все иногда живут мой брат с невесткой и двое детей, и поэтому очень бывает тяжело переключиться. И вот так вот. Итак, так как я сегодня написала вам, что у нас будет не только вязание, но и будет гороскоп, и гороскоп этот необычный, я хочу поделиться своим гороскопом. Вы знаете, что знаков зодиака не 12, а 13? Очень мало кто знает, а я знаю, потому что 13-й знак зодиака отношусь я. Всю жизнь я себя считала, что я, получается, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Всю жизнь я считала, что я отношусь к Стрельцу. Но когда я читаю гороскоп за Стрельца, многое, что-то, ну, 30 на 30 что-то совпадает, и 70 несовпадений. И всегда себя, ну, думаю, ну, не идет совпадение, я не такая. Оказывается, я 13-й знак, змееносец. Я родилась 1 декабря 1980 года в городе Сочи. Я коренной житель Сочи. И вот так. Итак, гороскоп. Можете даже записать. Начинаем с Овна. Овен с 18 апреля по 13 мая. Овны относятся к огненному знаку, к огненной стихии. Обладая, я беру общее, я беру и женщин, и мужчин. Если вы захотите более подробно узнать о своем гороскопе, напишите, пожалуйста, что я такая-то, такая-то. Кристина, хочу более подробно, чтобы вы мне написали о моем знаке зодиака, что. Потому что есть разные знаки зодиаки. Есть, получается, вы Овен, но вы женщина Овен, вы женщина и мужчина Овен. Это две разные большие личности. И также по датам, когда вы тоже родились, это тоже две большие разницы. В Овнах 3-3. В этом знаке 3 подразделения идут. Об этом я расскажу не сегодня. Но кому будет интересно, вы можете мне написать в директ. Я вам с удовольствием отвечу, если у меня будет время. Если у меня нет времени, я скажу, подождите там день-два. Потому что сейчас я еще обучаюсь. У меня очень серьезное обучение идет, как правильно написать мастер-класс. Большое спасибо. Хочу поблагодарить, кто меня обучает Торе, что она мне дала 4 дня, потому что я не успеваю. Очень у меня сумасшедший темп, и иногда не успеваешь сделать ту работу, которую задают. Торе знает, что я ее написала на бумаге, но я не успела ее перенести на компьютер. А еще мне надо точно такую же куклу Эмилию связать и поэтапно все снять. И для этого мне надо 4 полноценных дня. С завтрашнего дня я не буду. Утром встаю и начинаю. Я даже иногда забываю позавтракать. Ну, завтракаю я очень редко, потому что я любитель кофе, я попью кофе, мне это достаточно. До часу дня я могу вообще ничего не есть. Потом я бываю, иногда забываю, что мне надо есть. Когда в творчестве, моя мама об этом знает, она со мной всю жизнь почти. Поэтому, Кристин, может, покушаешь?
хорошо, что она у меня есть. Когда ее нет, ну, когда она уезжает, то все на быструю руку. Ну, такой я человек. Итак, значит, овны у нас 18 апреля по 13 мая. Они относятся к огненной стихии, обладают мощной энергетикой и способны буквально свернуть горы, если их достигается цель, какую они задумали. Минусов овнов, это в общем и касается и женщин, и мужчин, является их взрывной характер и вспыльчивость. Вот так вот. Это за овнов. Они с 18 апреля, я ничего не перепутала, по 13 мая. Если вы родились там, допустим, чуть раньше, там, 8-го, например, вот как по старому гороскопу, там с 22 или с 23 идет, и там по 23 другое число, то здесь нет. Здесь втесалась змееносец. Это я. И отодвинул некоторые границы знаков зодиака. Поэтому смотрите, если вы находитесь на стыке 18 апреля или, например, на стыке 13 мая, 13 мая относится и Телец. Кто-то считал, что вот 6 мая Телец. Нет, дорогие, вы Овен. Итак, дальше. Телец с 13 мая по 21 июня. Стихия тельцов – Земля. Этот знак зодиака всегда уравновешен, имеет четкое понимание своей жизни и умеет выстраивать его согласно своим планам. Привязан к своему дому, любит природу, как правило, прекрасный садовод. У меня ребенок родился 22 мая. Как вы думаете, кто он? По старому гороскопу он на стыке. Я все, когда его родила, я сказала, он будет и тельцом, и близнецом. Потому что у него он вспыльчивый. Если он чего-то хочет, то он этого обязательно добьется. Потому что он знает, что я его очень люблю и обожаю. Ну, он все сделает для того, чтобы его желания исполнились. И также он относится к тельцу упертый. Но сейчас вот он, по новому гороскопу, он телец. Он упертый у меня. И если вы находитесь на стыках, вот как у меня ребенок, 22 мая, то это стык между тельцом и близнецом. Здесь ничего не сделаешь. Надо еще смотреть время, когда вы родились, дату, когда вы родились, и какое у вас имя. Это тоже влияет. Имя, фамилия, отчество тоже на нас влияет. Итак, дальше. Близнецы. 21 июня по 20 июля. Близнецы рождаются стихии воздуха. И всю свою жизнь как бы разрываются между двумя направлениями. Часто меняют внешний вид, прическу, гардероб. Им быстро надоедает обстановка своего дома. И они начинают задумываться о ремонте. Хорошие манипуляторы и психологи. Это относится тоже к моему сыну. Потому что он хороший манипулятор. Вообще мы все любители манипулировать, если так говорить. Он как-то мне сказал, надо сделать ремонт. Ну, когда мы с мамой в том году, когда была пандемия, мы делали большую комнату, ремонт, кухню, и лоджию, и коридор. И он так был рад, что дойдем мы до этой комнаты, где я сижу. Это его комната, я сижу на балконе у него. Мы с ним договорились, что половину балкона занимаю я, а с этой, вон, где лампочка, там он. Сейчас его нету, он пошел гулять. И все время говорит, надо у меня в комнате сделать ремонт. Я, можно, там передвину шкафчик, или можно я там то сделаю, или без спроса передвигает. Мы уже знаем, что
Здесь ничего нельзя сделать. Здесь просто надо принять. Принимайте своих половинок, какие они есть, и тогда ваша жизнь будет лучше. Если вы сразу не можете найти общий язык со своими половинками, то, ну, уже здесь ничего не поделаешь. Ищите компромиссы, любите друг друга, обожайте. Итак, дальше. Рак. 20 июля по 10 августа. Я не ошиблась. Здесь 20 июля по 10 августа. Стихия раков – вода. Этот знак обладает повышенной эмоциональной чувствительностью и обидчивостью. Чтобы не обидеть представителя этого знака, нужно следить за своими словами и действиями. Их очень легко ранить. Но если вы раните, то мама не горюй. Обидятся на всю жизнь. То я также советую следить за своими словами. Старайтесь их не обижать. Они очень-очень ранимы. Они быстренько спрячутся в свой панцирь, и все. Итак, дальше. Лев. 10 августа по 16 сентября. Я не ошиблась. С 10 августа по 16 сентября. Римочка моя дорогая, ты относишься к знаку зодиака Лев. Львы относятся к огненной стихии. Представители этого знака – прирожденные лидеры и грамотные управленцы. Недостатком львов является их гордыня и завышенные требования к окружающим. Извините. Так, мышка, сотовый чуть не взлетел. Так, Дева. 16. И у меня брат родился 13 сентября. Аркашенька, ты у меня лев. Так, Дева. Это 16 сентября по 30 октября. У меня мама 25 сентября. Я думала, она весы. Нет, она дева. Она очень аккуратная, трудолюбивая, педантичная. Я творческая личность. Честно скажу, я творческая личность. Если я что-то творю, то у меня в моем пространстве... Ну, сейчас нет. Сейчас у меня вот шкафчик, слава богу. И где там мое место, получается. И сейчас здесь порядок. А в основном, когда у меня не было шкафчика, я его 2 года копила. Так и не накопила. Решила купить. Надоело мне копить. Шкафчик этот стоит 70 тысяч рублей. Я ничего не ошиблась. 70 тысяч рублей. Но он того стоит. Здесь у меня всегда порядок. Здесь у меня вещи все на виду. У меня было 4 комода. Мне мама сказала, что она меня выгонит из дома, если я еще одну пряжу куплю. Потому что, ну, было такое, что у меня 4 комода, и сверху 4 комодов еще лежали упаковками пряжа. Вот, как вот эта вот пряжа, упаковочка, вот сверху. Еще 4, вот так вот. Потом в какой-то момент я решила, что хватит, что я издеваюсь над собой, что у меня нету рабочего места. А мне надо где-то творить. То меня пинают туда, то типа выключай телевизор, иди на кухню, то с кухни там ты мешаешь, то еще что-то. И я в какой-то момент поняла, что я живу для себя, я себя люблю. Если я хочу себе сделать подарок, этот шкафчик, то почему я не заслужила его? Я очень много работаю.
Очень много. У меня бывает даже времени нету на моего ребенка. Ну, вечером, конечно, я нахожу время на своего ребенка, так как я работаю ну, в бюджетном учреждении культуры. Их у меня два учреждения культуры я работаю, то сами понимаете, бывает времени нету. То туда, то сюда, то беготня, то заказы. Это третья моя работа, ее никто не отменял. Если заказы есть, их тогда нету. Я никогда не переживаю, я никогда не паникую. Потому что я всегда говорю, слава Богу, Бог дал заказ, слава Богу, что он мне сейчас не дает. Значит, я набираю сил для что-то нового. Кто-то спрашивал меня, замужем я или не замужем. Я вдова. У меня муж умер, но до того, как мой муж умер, мы с ним развелись. Ну, я воспитываю сына, ему 13 лет. Он у меня аккордеонист, любимец. Я живу ради него. Я живу сначала для себя, но ради него. Итак, Дева, с 16 сентября по 30 октября. Стихия этого знака – Земля. Дева отличается педантичностью, аккуратностью и трудолюбием. Развитое чувство долга делает дев отличными работниками, но часто мешает им личной жизни. Это общие. Если хотите узнать более подробно, напишите. Я разберу. Чем смогу, тем помогу. Весы. С 30 октября по 23 ноября. С 30 октября по 23 ноября. Стихия воздух. Весы рассудительные, но при этом весьма темпераментные. Представители этого знака любят внимание и всегда стараются находиться в курсе событий. Но при этом весы никогда не поступятся своими принципами, даже ради признания других людей. Это весы. Это воздух. Точнее, у каждой стихии есть, могу более подробно. Весы – это пар. Я, ну, всегда относила маму, ну, как до этого, она у меня родилась 25 сентября, это относилось раньше к весам. Всегда говорю, ты как чайник вскипаешь. Я когда-то готовлюсь к выставкам, когда, ну, до пандемии у меня было очень много выставок. Ну, то туда пошлют, то сюда пошлют. Вся, ну, управление культуры меня знает, как бы, то на всякие мастер-классы провести, то еще что-то. И когда надо готовиться к выставке, мне надо время. Получается, к выставке я всегда рано просыпаюсь, хотя я сова. Я ложусь не раньше 2 часов ночи. Ну, когда я работаю, ложусь там, стараюсь ложиться 12, ну, в час. Потому что потом глаза такие и нехорошо себя чувствуешь, но рано ложиться я не могу. Не могу. Я просто не могу уснуть. И вот так вот. И моя родня знает, что когда у меня выставки, меня нельзя, ну, типа, теребить. И обязательно утром, когда я просыпаюсь, 6 часов начинается. Кристина, что ты так рано встал? А что ты там то? А что ты там не так? Ну, знаете, начинаю как искорка. И все. И понеслось. Я говорю, мам, ну, сначала говорю, мам, ну, отстань. Надо. Но это же ее весы, они же любопытные. Они должны все в курсе знать, а когда ей говоришь отстань, она же еще начинает. Я говорю, у меня выставка, не трогайте меня, мне надо
просмотреть материал, то, что я должна отвести, то, что я должна подготовить. Ну, это все творческие люди меня поймут. Все не творческие, они не могут понять. Итак, дальше. Скорпион. С 23 ноября по 29 ноября стихия Скорпиона является вода. Этот знак дарит своему представителю житейскую хитрость, твердую уверенность в своих своей неотразимости и мстительны. Люди, рожденные под знаком Скорпиона, трудно прощают обиды. Если написано вода, три стихии. Это рыбы, раки и скорпионы. Это вода. Но скорпион – это болото. Я не просто так говорю. Если на следующем скорее выпуске я сделаю подборку именно какие цвета носить каждому знаку зодиака. Это тоже важно. Это скорпионы. Следующее – это змееносцы, то есть я, которая всегда считала себя стрельцом. Кто меня знает, всегда говорили, что не похоже ты на стрельца. Ну, не похоже. Я очень веселая, я общительная, я жизнерадостная. Если я вижу человека, у него какой-то стресс, я это чувствую. Я всегда подойду и скажу, может, оказать какую-то помощь. Я не могу пройти. Вот такая. Или с этим живешь, или с этим не живешь. Так, с 29 ноября по 17 декабря является главенствующим созвездием. Присущи качества лидера, стремление к своим целям. Он жестко ставит рамки для себя, но при этом терпеливо относится к недостаткам других людей. Я всегда себя критикую. Я не критикую других. Я всегда себя внутри критикую. И ничего поделать с этим не могу. Потому что это так. И еще змееносцы. Они творческие люди. Я родилась 1 декабря, еще раз повторю, 1980 года. Я никогда не буду идти по головам, как это делают иногда скорпионы. Хотя это змееносец между стыком стрельца и скорпиона. У меня хорошее качество скорпиона и хорошее качество стрельца. Потому что я родилась 1 декабря. Я трудоголик, единица. Я все своим трудом добиваюсь. Я люблю, когда мне делают подарки, но я всегда стараюсь сделать подарки для других. И мне не важно, подарят мне или не подарят мне. Я всегда с большой радостью, с большой любовью стараюсь сделать подарки для людей, ну, для своих там знакомых. Мне это доставляет большое удовольствие, наполняюсь этим. Итак, пошли дальше. Стрелец. С 17 декабря по 20 января относится к огненной стихии. Представителям этого знака деятельны, общительны, прекрасно чувствуют настроение окружающих людей и умеют быть на своей волне. Если стрелец решил, что-то сегодня ничто не сможет испортить ему настроение, то, скорее всего, так и будет. На самом деле, я всегда просыпаюсь с положительной динамикой. Я считаю так, если я родилась, значит, я для чего-то родилась. Если у меня какая-то неудача, да, в жизни, то я считаю, что я виновата в этом, а не кто-то окружающий. Никогда не буду винить там маму, ребенка, вот у меня там все плохо. Нет. Я всегда в себе копаюсь. Для чего я буду настроение портить другим?
Когда на работе, ну, я на одной работе я руководитель коллектива по вязанию крючком, большинство меня знают, а на другой работе я методист, и я же кассир. И получается, когда какой-то счет, я очень сосредоточена, серьезная, потому что касса – это деньги. Если ты ошибешься, то ты сам будешь платить. Все. Что у Кристины случилось? Да ничего не случилось. Просто я сегодня сосредоточенная. Завтра я, после того, как касса, все хорошо, я посмеюсь и анекдот расскажу, и какой-нибудь юмор приму. Иногда у меня бывает жесткий юмор, иногда бывает не жесткий юмор. Ну, такая я. Я точно знаю, что я родилась для... чтобы в эту жизнь приносить радость. А если кому-то не нравится, что я приношу радость, это уже ваши проблемы. Итак. Здравствуй, Олечка. Не заметила тебя. Пойдем дальше. Дальше у нас Козерог. С 20 января по 16 февраля. Стихия Земля. Представители этого знака зодиака отличаются большим трудолюбием, жизненной стойкостью и оптимизмом. Козероги ставят перед собой цель, всегда добиваются ее, успешно преодолевая все препятствия, оставляя позади конкурентов. Такие вот у нас козероги. Это общие, я еще говорю, общие. Если вы хотите узнать более подробно, напишите. Итак. Осталось два знака зодиака. Сначала идет Водолей, который относится с 16 февраля по 11 марта. Это стихия воздух. Я не ошиблась. По 11 марта. Все думают, что 8 марта, как у меня брат, там племянник, это рыба. Нет, вы, дорогие мои, водолеи. Стихия воздух. Фигара там, как я говорю, фигара здесь. Этот знак считается самым непредсказуемым из всех. Водолеи интенсивно чувствуют настроение и отношение к себе окружающих людей, как правило, легко заводят новые знакомства и не представляют свою жизнь без творчества. На самом деле это так. Вы тоже творческие люди. Вы тоже любите потусить, новые знакомства заводите, как и все многие знаки зодиака. Итак, рыбы. С 11 марта по 18 апреля. Стихия вода. Здравствуйте. Рыбы, значит, стихия вода. Под созвездием рыбы люди, они мечтательные, романтичные, но при этом чаще всего знают цену деньгам и умеют с ними обращаться, чувствуя денежные потоки и притягивая их к себе. Такие у нас рыбы. Если вы настоящая рыба, если вы родились с 11 марта и по 18 апреля, вы точно рыба. Это 100%. У меня папа 15 марта рыбы. И вот так вот, которого сейчас уже нету, за которым я очень-очень скучаю. Итак, мы сегодня поговорили о гороскопе, а дальше мы начинаем вязать. Связала на этой неделе я такой вот квадратик, еще не довязала, сейчас как раз померю, мне надо 32 сантиметра, чтобы у меня было 23, еще немного. Приветик, здравствуйте, здравствуйте. Вяжу я изделие, называется
4 квадрата. То есть вот это вот изделие, как многие говорят, бабушкин квадрат. Он самый простой. Если вы захотели точно такое же изделие, как я вяжу, вы мне сообщите. Я вам напишу, как его вязать. Если можете себя измерить правильно, то вы можете свои размеры мне скинуть, и я вам рассчитаю. Я всегда говорю всем, мне не трудно, я люблю помогать. И все в гороскопе. Так как я змееносец, я подхожу ко всем знакам зодиака. Ничего с этим поделать нельзя. Кому-то я подхожу как сестра, кому-то я подхожу как друг, кому-то я подхожу как товарищ, кому-то я подхожу как компаньон. И вот так. Вписалась в вашу жизнь, называется. Ну, извините. Так, про тельцов пару слов. Хорошо. Про тельцов. Вы какого числа родились? Напишите, пожалуйста, какого числа вы родились. Я вам скажу, вы точно телец или не точно телец. Напишите. Двадцать девятого апреля вы относитесь к Овну. С 18 апреля по 13 мая по новому знаку, по новому гороскопу вы относитесь к Овну. Овны, хоть вы считаете себя тельцы, у вас половина тельца, половина овна. Овны относятся к огненной стихии. Обладает мощнейшей энергетикой и способны буквально свернуть горы, только если надумал он это сделать для достижения своей цели. И минусов овнов их взрывной характер и вспыльчивость. Можете сравнить. Так как вы считаете себя тельцом, я могу сейчас вам прочитать за тельца. С 13 мая по 21 июня стихия тельцов – Земля. Этот знак зодиака всегда уравновешен, имеет четкое понимание своей жизни, умеет выстраивать ее согласно своим планам, привязан к своему дому, любит природу, как правило, прекрасный садовод. Так как вы по старому гороскопу относитесь 29 апреля, вы считали себя тельцом, то вы овен. У вас прекрасные деньги к вам плывут, это однозначно, если вы поставите эту цель. Цель не в деньгах, а цель как, ну, заработать, сами понимаете. Вы вспыльчивы. На самом деле большинство людей у нас в этой жизни много вспыльчивых. Ой, точно про меня, но я рада, что я помогла. Потому что я такая же, я себя считала стрельцом. Всю жизнь я себя считала стрельцом, и когда я читала гороскоп, то 30% у меня было совпадение, а 70% не было совпадения. Если я говорю, ну что-то не сходится, ну как это так, ну типа всех все сходится, а у меня не сходится. Ну,
Наверное, что-то во мне не так. Оказывается, я 13-й знак Змееносца, который втесался между созвездием Скорпиона и между Стрельцом, но взял положительные качества и того знака, и того знака. Поэтому я вспыльчивая, зажигаюсь как искра. Да, спасибо большое, я рада. Я рада, что помогла. И поэтому, получается, я вспыльчивая, но я отходчивая. Я не злопамятная. Я могу, ну, как бы, сказать так. Ну, потому что я стрелец, это молния. Это не просто огонь, да, там, жующий. Это молния, искорка, тык, и все. Мне завести пол оборота, но я как завелась, так я могу. И я сказала, что захотела, все, отвернулась и пошла. Я никогда не буду юлить, это не мое. Я всегда ударю лоб. Если человек хочет услышать правду от меня, я 100 раз прошу, ты хочешь услышать правду? Да, я ему скажу правду, потому что мое время дорого. Я не буду юлить там, нравишься ты мне или не нравишься мне. Я чувствую. Если я, например, встретилась с человеком, человек меня пригласил в кафе, я через 5 минут могу сказать, подходит ли он мне или не подходит он мне. Ну, вот такая. Хотя мама иногда ругает меня, что я такая прямая. Но на самом деле лучше быть прямой, потому что я не зачем буду время тратить на человека, который, например, не подходит ко мне, и искать в нем какие-то положительные качества, что вдруг вот я там ошиблась. Нет. Я тот знак зодиака, который 100% уверен в своей. Вот все. Мне иногда даже говорят, что мне надо было работать не отдел кадров, мне надо было работать в полиции следователем, потому что большинство у нас было случаев, когда приходят на работу, и, ну, директор разговаривает, он согласен взять человека, потом, ну, я рядом сижу, слушаю внимательно, никогда никого не перебиваю, очень внимательно слушаю, смотрю на человека. По его поведению я сразу могу сказать, что за человек, какой у него был случай. Когда человек пришел устраиваться на работу, но посидев, получается, поговорив с директором, директор его пустил такой пыль в глаза, как я говорю, такой весь прекрасный. Но нутро меня никогда не подводит. Ну, директор говорит, хорошо, сдайте документы в отдел кадров. А я такая говорю, а можно, ну, ваш паспорт, пожалуйста, там, документы, и пробиваю его по одной базе. Где человек вышел покурить, и потом я директору сказала, что этот человек, у него судимость непогашенная. С махинациями. Вот так вот я спасла своего директора. Я считаю, что очень любила свою работу как отдел кадров. Я была в нее повязана. Я очень любила. Я люблю очень рутину. Я люблю очень бумаги. Я кропотливая, я дотошная. Я как бы, ну, вот такое есть во мне. Но пришло вот такое время, что или ты работаешь, потому что я воспитываю ребенка одна. Ну, у меня мама еще есть, слава богу. И пришло такое время, что надо было решать, потому что иногда задерживаюсь на работе. Я бывала, уходила с работы там в основном как бы в 7, там 6-7, а бывало, что и до 9, до 10. Если мероприятие, то после мероприятия надо помочь там, расставить там столы, стулья поставить, не оставишь же все, потому что утром придешь же, надо будет все это убирать, лучше это с вечера все убрать, и, там,
И вот так вот. Поэтому пришлось, если я бы, я считаю, если мне дали бы сейчас возможность вернуться бы в отдел кадров, может быть, я и вернулась, но на все воля Бога. Я неплохо сейчас себя чувствую. Хотя я не отдел кадров, но я бываю, помогаю. Я очень много знаю, очень много читаю. Я считаю так, что если у меня есть время, извините. Если есть время кому-то помочь, подсказать, особенно сейчас в этой жизни у нас программы с БИС, там всякое такое, почему бы, если я это знаю, я могу это помочь и подсказать. Что произошло, я не виню ни себя, ни того человека. Я не в обиде. Я двигаюсь вперед. Я знаю, что вязание со мной по жизни всегда. Если бы мне в детстве бы сказали, что я буду преподавателем по вязанию крючком, я бы рассмеялась. Потому что, ну, в детстве, это детстве, я много тоже вязала. Я с 4 лет вяжу. Достала свою двоюродную сестру, которая мне потом научила вязать. Добиваюсь я своей цели, добиваюсь. Я упертая. Если я поставила цель, да, ну, чего-то достичь, то я обязательно это даже. Вот я поставила цель купить себе шкафчик, я его купила. Без помощи там мужчин, да. Был вопрос как-то, настоящие ли ношу ли я линзы и настоящие у меня ресницы? Отвечаю. Настоящие. Нет у меня линз. Это мои настоящие глаза. Они у меня хамелеон. Даже мама сказала, таких глаз моей родни нету, таких темных. Но они у меня бывают и светлеют, когда у меня хорошее настроение такое бывает. Игривистая, то мама, не горюй. Я могу и похохмить, и пошутить. И губы у меня тоже не накачаны. Это свои губы. Мне нельзя, я аллергик. О чем вы говорите? У меня бывает, я так, ну, так задыхаюсь. Я и сейчас с пандемией, да, не делаю прививку, потому что я боюсь, потому что у меня может быть астма. Перейти в это. У меня очень большая, сильнейшая аллергия на пыль, поэтому я стараюсь всегда, чтобы был порядок. Но так как я стрелец, ну как, так как я змееносец, так можно сказать, что иногда махнешь на это рукой. А был вопрос, люблю ли я готовить? Честно сказать, не очень. Но так как у меня ребенок, мне приходится готовить. Есть вещи, ну, это у всех людей, есть вещи, которые бы мы не хотели делать. Если у меня был бы там мужчина-повар, то я бы ему передала бы это в руки. Но так как у меня мужчины нету повара, мне приходится это делать самой. Ну, у меня мама помогает. Если я убираю там квартиру, значит, у меня мама готовит. Иногда у меня бывает настроение, то я очень люблю пироги. Особенно пироги с капустой.
И у меня сын любит тоже пирожки, пирожки с картошкой или с мясом. Как я могу не готовить? Во мне какая кровь? Конечно, иногда просто не хочется, когда ты с понедельника по воскресенье работаешь. Ну вот у меня было до отпуска, я работала 2 недели. У меня был выходной, например, неделю отработала, и субботу и воскресенье я выходила на работу. И, ну, и понедельник, и вторник, и среда, и четверг был выходной только субботу. Когда ты приходишь, у тебя всего только один выходной, как ты думаешь, чем будешь заниматься? Конечно, займешься уборкой, потому что что-то, конечно, стараешься все с лета, хоть ну, поздно заходит солнце, хоть что-то там сделаешь, а так. Я люблю экспериментировать в еде. Я очень рада, что понравилось, как я варю кофе. Я просто очень в восторге. Я не думала, что такой ажиотаж будет, что мне столько будет писать. Я очень рада. Да, спасибо. Карина, спасибо. Ну, я рада хоть, что кому-то понравился мой гороскоп. И этот гороскоп я, когда узнала, что есть 13-й знак, я решила, что люди должны знать, что некоторые люди, вот как у меня, например, ребенок, да, он по старому гороскопу родился на стыке 22 мая. Это стык между Тельцом и Близнецом. Но по новому гороскопу он относится к Тельцу, он уперт. Ну, первое, Телец, идет упертость. Если он что-то задумал, то тоже сделает. Ну, как и Овен, да, ну просто они разные между собой. У него и то, и то. Потому что он родился без 10:10 вечера в 9:50. И он, если чего-то хочет добиться, то он обязательно сделает. Но он это делает, как ребенок, он берет лаской. Ну, мамочка, ну пожалуйста, ты понимаешь, там у того есть, ну начинает вот ныть. Так как это, ты же говоришь, что ты меня любишь, вот такие вот. Ну, это близнец, он психолог. Он давит. И с этим поделать ничего не могу, потому что я таю. Но он же получается воздух, который мне подходит. Я всем знакам зодиака подхожу, но только некоторым подхожу. Я как друг, некоторым подхожу как сестра, некоторым подхожу и никак. Я очень люблю свободу, очень. Я своей свободой дорожу. Сыну уже 13 лет. Гороскоп гороскопами, а вы должны к людям так относиться, как вы хотите, чтобы люди к вам относились. Это истина. Это просто от меня совет. Если хотите получать добро, делайте добро. Улыбайтесь почаще, хвалите своего мужа, своего брата, свою маму, своего сына. Тогда к вам люди потянутся. Ну, это истина. Здравствуйте, здравствуйте, Елена. Рада, что вы ко мне зашли.
Это истина, которая, ну, есть, всегда говорят, делайте добро, сделайте добро, и будет вам тоже добро. Потому что люди потянутся к вам. Вот я люблю делать подарки, ничего с этим поделать не могу, я просто могу так вот. Это мое любимое кафе, да, Хинкальная 7 или Северная 7, это один и тот же хозяин, только здесь хозяин Руслан вроде, а там хозяйка Екатерина. Ну, я этих людей знаю, да, но мне, я вот решила сделать подарки. Ну, вот просто решила сделать подарки. Мелочи, просто мелочи на праздник. И мне вот потом, я не ожидала, честно скажу, не ожидала, что мне сделают обратную реакцию. Просто мелочи. Я люблю, чтобы люди порадовались, да, улыбнулись. Ну, такой я человек. С этим я не люблю, когда люди на меня смотрят муром. Ну, что ты сделала не так? У меня директор был рыба, да, я всегда считала, что рыба ко мне не подходит. Ну, она родилась, директор мой родилась, получается, 4 марта, вроде, если память не ошибается, 4 марта. А вы знаете, мы даже с ней очень хорошо подходим, потому что она водолей, воздух. Ну и по новому гороскопу змееносец это относится стихии и к огню, и воде, потому что со стыками между огнем и водой. Ну, больше, конечно, 50 на 50. Я думала, что мне только надо оранжевое носить, но мне очень подходит по имени Кристина в переводе. Ну, как не в переводе, посвященное Христу. А взрослый, да, уже взрослый, большой уже, выше меня, в 7 класс пошел, хорошо учится, играет на аккордеоне. Оказывается, ну, получается, по имени я голубая. Цвет голубой. Мне нужно носить голубой цвет. Ну, все, что связано. Вот бирюзовый, голубой, все оттенки. А, получается, по стихии вода. Это тоже, ну, морское, морская, зеленой, которая мне подходит. Бирюзовый, изумрудный. Огненное, это желтый. Поэтому мне все цвета подходят. Поэтому всем подхожу. Спасибо, спасибо большое, Карина. Вам тоже всего хорошего. За приятные слова. Я рада, что кому-то моя рубрика нравится. Я хочу поблагодарить всех, кому моя рубрика нравится, что я такая не одна, что есть, кому она нравится. Задают много вопросов, я на них отвечаю. Хотела бы узнать, кто вяжет, да, вместе со мной там какое-то изделие. Высылайте свои фотографии. Хочу посмотреть, мне же тоже интересно. Вы смотрите на мое изделие, я смотрю на ваше изделие. Может, я чем-то смогу вам помочь. Я очень буду рада. Вот такое вот я изделие вяжу. Допустим, смотрите, как оно у меня получается. Как мне сказали, что я очень эффектно рекламирую. Мне это прям доставляет удовольствие. Но люблю я это делать. Реклама, наверное, это мое. Хотя я творческая личность. Смотрите, вот так вот вы вяжете 4 квадрата.
вот этот вот впереди один треугольничек вы загибаете, получается вот так, да, но еще не связала, здесь будет длиннее, здесь, наверное, вот так вот будет. И вот, смотрите, какая красота получается. Потом вот здесь будет сшиваться до низу, потом весь низ будет тоже обвязываться. Смотрите, как эффектно. Интересно. Вроде все просто. Я люблю все простое, потому что это оригинально. Есть вещи, которые, ну, очень тяжело вяжутся, да, там вязки. Но смотря какая нитка. Если вы вяжете это, разноцветной ниткой, то вяжите простые узоры. Это столбик с накидом или столбик без накида. Это мой совет. Серьезно говорю. Если вы будете замудрять узорами, то нитку, этот переход цветовой гаммы не будет виден и исчезнет эффект. А здесь получается вот так. Интересная модель. Если ее связать столбиком без накида, она будет плотнее. Это я вяжу на лето. Уже скоро довяжу. Скорее всего, может, на следующей неделе у меня еще семинар будет. Через неделю будет готово. Потому что я в отпуске. Когда я в отпуске, мне звонят и спрашивают: Кристина, можешь связать? Когда я в отпуске, в этом году я решила никакие заказы не брать, а вязать свое удовольствие. Окна Адлер, здравствуйте. Вяжу я такое вот изделие. Называется 4 квадрата. 4 бабушки, обычный узор. 4 бабушкиных квадрата. Вот такой квадрат. Еще будет это бирюзовым обвязано. Бирюзовым, скорее всего, будет 2-3 ряда. Там посмотрю, потому что этого должно быть 11 рядов, как и всех. А бирюзовый, там уже смотрю на остаток. Если 3 сантиметра, то там, наверное, 6 рядов. Если 2 сантиметра, то 4-5 рядов. Просто для отделки. Чтобы сделать именно 32 сантиметра. У меня по бедрам получается 64 половина. 64 плюс 64 124, мне кажется, у меня по бедрам. Ну, это не важно. Но надо связать 4 квадрата. Я уже считала, там у меня тетрадка есть, я записываю все, все конспектирую. В этом году я решила все записывать, потому что я много что ношу в голове, но когда я потом, у меня бывает такое, что я вяжу одновременно 4 вещи, я запоминаю все узоры на этих 4 вещах, да, я, ну, все в голове. И потом бывает, бац, что-то происходит, и, например, говорят, повтори. Не могу вспомнить, как повторить. Ну, вы о чем? Такое тоже бывает. И вот так вот. Поэтому, даже если вы скажете, я хочу точно такое, оно может быть у всех разные бедра, у всех разная грудь, получается, объем груди. У всех по-разному будет ложиться рисунок. Здесь у меня 11 рядов. У вас может, так как вы уже, быть по 5 рядов. И не так будет смотреться. Поэтому называется эксклюзив. Я могу, конечно, повторить, если вам понравится. Но там, получается, просто в рядах будет меньше. А так мне уже очень-очень даже нравится. Ее можно носить на тело, можно осенью надеть блузу, носить сверху блузы. А если вы свяжете ее столбиком без накида, точно так же, только столбиком без накида, то ее можно даже носить зимой. Ну, сверху пальто одели или шубу там, это как, что вы там носите, или куртку, какая у вас там зима.
А так очень даже круглый год можно носить. Вот так вот. Ладно, сегодня мы с вами поговорили о гороскопе, немного повязали. Очень рада была помочь и вязанием, и гороскопом. Обращайтесь, если что. Всегда буду рада помочь советом. Но самое главное, относитесь к людям с добротой. И тогда у вас жизнь будет тоже добрая. До новых встреч. Счастливо.